Сегодня в Алматы стартовал чемпионат мира по тяжелой атлетике. В соревнованиях примут участие спортсмены из 72 стран. Честь нашей республики защищают 15 спортсменов. Среди них три действующих олимпийских чемпиона. Это Илья Ильин, Зульфия Чиншанло и Майя Манеза. Турнир имеет особый статус. Помимо наград среди тяжелоатлетов разыграют также и путевки на Олимпийские игры 2016 года. Все помнят ваше фантастическое выступление на Олимпиаде в Лондоне, где казахстанцы завоевали 4 золотые награды. Вы показали, что у вас любят тяжелую атлетику и развивают ее. Президент Международной федерации тяжелой атлетики заявил, что Казахстан пишет историю этого вида спорта. Напомню, на последнем мировом первенстве, которое проходило в Польше, сборная нашей страны завоевала золотую и серебряную награды. В общекомандном зачете мы были на 6-м месте.